Так, ох, всем здрасте, мы с вами едем. Улица Юсуф Сакхокей. Это Учтепинский район города Ташкента. Здесь, видите, частный махали. Кстати, в Ташкенте зима. Посмотрите, какая солнечная погода. Температура около 8-10 градусов, да? Ясно светит солнце, даже, наверное, теплее. Хотя по термометру так показывается. Знаете, термометр показывает там 8-10 градусов, но ощущается как 17, и это правда, очень тепло. В общем, солнечная такая ясная у нас зимняя погода. Вот едем в Учтепинском районе. Частные жилые дома. Здесь вообще частная махаля. Вот такие там домики. Видите, аккуратненькие домики построены. Вообще среди частных домов, ну вот когда квартиры, там дома, они как-то все похожи друг на друга, да, а частные дома, они все разные. Вот видите, это старый домик первый, да, вот он прям старых построек видно, а есть вот остальные дома какие-то поновее, постарее, какие-то вот покрасивее. В общем, частные дома, конечно, там и архитектор сам хозяин, как говорится. Поэтому все они очень такие разнообразные. Вот смотрите, с какими, видите, рамками на окошках. Вот такая вот здесь махаля. Здесь такая холмистая какая-то, видите, местность, потому что дорога то вверх, то вниз поднимается, и мы едем по холмам. Вот видите, у нас в основном такие дома, и перед ними стоят такие железные навесы. Эти навесы для виноградников. Зато здесь летом, потом до осени будет виноград. До поздней осени висеть виноград будет. Сейчас мы поворачиваем направо. Вообще отсюда мы выйдем в сторону Учтепинского хакимията. Вот он, и он есть. Беленький флаг. Вот с правой стороны. Солнышко. Все равно. Вот этот, вот это и есть Учтепинский хакимият. С правой стороны. Вот здание Учтепинского хакимията белое. Через дорогу идет строительство. Так, мы вот так вот прямо сейчас едем. Вот этой широкой трассе. Даже с открытым окном мы едем, и знаете, никого вообще. Так, вот здесь по дороге есть вот такой медиапарк, где продают у нас нашу электробытовую технику. Здесь можно, ну, прям все выбрать по вашему вкусу, по вашему кошельку. И очень много таких помощников, как говорится, электробытовых, особенно для женщин, все это нужное. Так, едем дальше. Дальше есть Учтепа, аутлет называется. Здесь идут такой как базар, это магазины, которые продают одежду. Здесь тоже как целый такой базарчик, знаете. Одно время он как-то был очень популярным, но сейчас как-то что-то, наверное, слишком много стало базаров. Видите, красивое здание. Это, конечно же, ресторан, как это, Туйхуна, да? Здесь вот, видите, они вот такие у нас прям массивные, очень такие торжественные, красивые,
оформлены тоже так внутри. Вообще-то мы с вами уже подъезжаем, знаете, к перекрестку Фархадского рынка. Если ехать дальше, то вот по левой стороне через дорогу Фархадский рынок. Но здесь мы повернем налево, не доезжая Фархадского рынка. Повернули и едем по улице Лутфей. Тоже вот, видите, одна из старых улиц Ташкента с такими вот четырехэтажными домами. А Фрус вот этот на углу, тоже это ресторан, банкетный зал. Такая широкая, видите, улица Лутфей. Что-то строят, да? Слушайте, а здесь не мечеть разве строят? Мечеть, мечеть. Вот это мечеть? Да. А какой-то она такой формы интересной. Не похоже, да, на мечеть? Какая-то здесь другая была. Перестраивают, видите, заново застраивают мечеть.